пол в ванной комнате застелил, и опять вот буду проверять длину самой чугунной ванны, как она туда будет помещаться. Вот смотрите, то есть здесь нормально. Здесь тоже нормально. И здесь тоже нормально. То есть вроде проверил размер. Но у меня бывает вообще до 2 мм. Ванна отпускается, отпускается и туда. То, что тут как бы порог, это вот у меня ванная комната без этого порога. Но бывает, дверь установлена, и я через порог дверной я эту ванну протаскиваю. Это вот часто бывает. Устанавливаю вот на этот торец в ванной комнате, потому что здесь под 90 градусов. А там как бы с подъемом. И этот вот так с подъемом. То есть вот эта сторона должна отпускаться вниз. Так, вот брусок. Про брусок. Если есть какой-либо помощник, он должен помогать вот таким способом. Вот именно здесь. Если ванна, например, начинает отпускаться, я, например, придерживаю ее, а другой таким методом рычага мне помогает ее отпускать, эту всю тяжесть. И брусок оставляет там, он так и остается, этот брусок. То есть я этот брусок поставлю сюда. Возможно, мне нужна помощь. Но я обычно без помощников обхожусь. Но если есть сын у меня там, я его, естественно, позову. Поднимаю. Ванна легко поднимается. Проблем тут никаких нет. И теперь мне нужно ее перевернуть. Вертеть надо мне. Она в вертикальном положении. Проблем никаких нет. Уже наполовину она там находится. Все уже. Все ближе и ближе до туда. И теперь у нас эта полоска будет катиться. Вот я вам покажу здесь. Она таким вот образом катится и будет катиться до последнего. Все, перешла рубеж. И теперь будет туда двигаться. Можно как удобно ее отцентровать, чтобы как бы тяжесть была этой ванной. По оси не надо применять никакую силу, ванна сама будет двигаться туда. Бояться ничего не надо. Если руки дрожат, то лучше этим не заниматься. Ну посмотрите, она катится. Все, ванна чугунная фактически уже. Вот
Теперь продолжаем ее двигать. До упора, можно так сказать. Все, теперь я буду ее, ну, можно еще подвести подальше, но нежелательно. Она сейчас будет прижиматься к полу. Так. Вот она, смотрите, опускается вниз. Все, она стоит уже вот таким вот образом. Теперь можно и потихонечку двигать ее. Ну, вроде бы и все.